готовишь мне омлеты. Не клише, я помню, каждый уникален, как яйцо Фаберже. Мы 300 лет знакомы, я мужчина дома твоего. Лет 299 уже. На мой шаг два твоих шажка, но посуд наша уверенно равна и легка. Есть одномыслие такое, как у нас с тобою было, разве что, пожалуй, на пленумах ЦК. Звонила Катя, нас где-то беспомощно жгут. Мы облапали Кате пати на час без пяти минут. Катя остро нуждается в нас, а мы сидим тут. И виноваты в этом, разумеется, я, вернее, расторопность моя, а ты другое дело, совсем другое дело. Ах ты моя особенная, 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 особенная. У нас синхронные часы и одинаковое время сна. Будильник на двоих и громкость его ужасна. Мы даже бьем одно и то же и кривимся похоже, если выпивка это огнеопасно. И хотя разницы есть, взять хотя вот пол или манеру сочинения вершей стол, или манеру подражания дурному примеру, или манеру утыкания глазами в пол, а в остальном мы практически близнецы. Близняшка Москва, я близенчик Любецы. Если где по странной прихоти не сходятся сы, там сами концы, то виноваты в этом, разумеется, я, вернее, я расторопность моя. Другое дело, совсем другое дело. Ах ты моя.